Всем привет, вы на канале Паша King Game Channel, с вами как всегда я Павел, и сегодня мы с вами посмотрим на новую, не знаю, на новую инди-дичь, да, давай даже плейлист отдельно для этого создам, и туда будет помещаться вся инди-дичь, которую мы смотрим на этом канале. Называется она Fat Prisoner Simulator 2, то есть это симулятор толстяка в тюрьме. Между прочим, вторая часть. Первая, я посмотрел, вышла несколько месяцев назад, по-моему, в апреле, что ли, или в мае. Не, в апреле, по-моему, вообще совсем недавно. То есть она, походу, так зашла, у нее были положительные отзывы, то, что разработчики, недолго думая, решили выпустить вторую часть. А почему бы и нет? Стоит она всего 25 рублей в Стиме, вот. Ну, давай посмотрим на нее. Не знаю, насколько долго это будет. Вообще... Так, как будто бы какой-то хоррор, да, начинается? Ну, то есть, такой, знаешь, музыка такая гнетет. Картинка такая, ну, поехали. New Game, я не писаю, по-моему, тут Рубилова какой-то среди толстяков будет. Давай! Давай, сиськами бей, давай! Да вставай ты, ёпта! Не дает мне встать! А как драться-то? Где туториал? Где? Сука, жогова! Смотри, у некоторых красные труселя, а у некоторых красный горошек, а у некоторых синий. Да встань, дайте встать! Суки, мне не дают встать, я ничего не могу сделать. Я просто... Резюме. Не, а если... Не, экзит я нажму, я вообще, наверное, выйду, да? Суки, встать не дают. Наск, все, поехали! Наска! Наска! Наск, тосы, не вставай! На, ух, ихрена себе он полетел! Сейчас спину да, сука, упаду! Ах, падла, по лопатке дал! Ай, бей! А чё охранники стоят? Что это за потеха? Я чувствую, это будет недолгое видео. Давай! Давай ты, уёбок, давай, встань быстрее! Что это вообще? Это атака клонов, это битва клонов сумасшедших. Прям, блин. На самом деле можно просто не вставать и просто смотреть, когда нас мутузят, потому что, ну-ка. А, блин, я просто упал. Он просто упал, он решил упасть. Наск, давай добьем их. Так, стоп. Наск. Иди сюда. Наск. Оу. Прям подбородок дал. А чего они руками не дерутся, а только это, ну, тут только ногами? Они же толстяки, они не должны быть такими ловкими, знаешь, чтобы ногами бить. Им же должно быть тяжело. Да хватит уже. Почему? Давай охраннику всадим. Побежали. Не догоните, уроды! Видишь, я самый спортивный, самый красивый, самый хороший. Наск. А, блин, не получается. А чё они все меня-то бьют? Во, один красава всех загасил. Да дайте мне встать. Да встань, да давай, да встань, встань, темно-то еще как, никаких настроек в игре нет, если что. Просто перед запуском мне игра предложила, типа, поставить разрешение и графу на ультра, все. Тяжелые будни толстяков в тюрьмах. А представляешь, так реально делают, так бьют. Все, я, кстати, я кончился, я не могу встать. Все, мы просто смотрим на победителя последнего. Смотри, какой упертый встает его. Вот такие вот мы толстяки. Нас бьют, а мы крепчаем. Нас бьют, а мы встаем и идем дальше. Потому что что? Потому что мы мужики. Все, один победитель. Наверное, ему пиццу теперь надо заказать, да? Закажи ему пиццу, охранник. Пожалуйста, закажи ему пиццу. Че ты такой черный, тебя не видно. Ну, блин, он еще стоит в темноте. Ну, ему бы улыбнуться, чтобы белые зубы хотя бы высвечивались. Да дай, да встань! Кого ты бьешь? Ну-ка, если экзит нажать. А, ну New Game, давай еще раз попробуем. Понятно, игра, короче, ну сама ничего не делает. Мэн! Ну-ка, давай посмотрим. Вот один идет. Наска! Не ожидал? Не вставай, скотина, не вставай. Одного-то мы должны положить.
Все, уже бегут, уже бегут, уже бегут, уже бегут к нам. Давай, попадончески, попадончески. Чах, давай вдвоем, вдвоем. Бро, я потом с тобой пиццей победной поделюсь. Наска. Я соврал. Я лукавый. На, нет, 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 нет. О, нормас. Троих одним ударом, просто троих. Я железный человек среди толстяков. На, ты куда встал? Пошел нах отсюда. И ты не вставай, на тебе по жопе. На, на, на тебе. Ну я не знаю, ну в общем-то, а что еще ждать за 25 рублей-то? Только такой дичи. Сделали бы их хотя бы чуть-чуть разными. Хотя, в общем-то, что там, размножить одних и тех же проще гораздо и заморачиваться не стоит. Тем более, если первая игра зашла. Она так, она, знаешь, на 5 минут позабавится и выйти навсегда. Обзоры инди-дичи будут такими, они будут короткими. Потому что что тут обозревать-то, что тут вообще смотреть? Как... Вот, вот как это назвать? Вот как назвать? Как бы ты это назвал? Напиши в комментариях. Вот как? Как? Да встань ты уже там одному буквально. Вот, ну, понимаешь, засадить по... Да ёпта, дай встану. Ну, сука. Ну, сука, встань. Встань! Отвлекись, падла, а? Лежащих не бьют. Аск! Аск! Ах! Как будто меня бьют самого. Смотри, они даже тени создали, да, дорогой? Типа, а чего бы нет? Да ёпта. Отвлекись! Ну отвлекись! У, блин, один отвлекся, теперь другие встали. Все, а меня просто запинают теперь, я не... Нет, мы встанем, мы должны, братишка! Удар, нам нужен всего один удар. Давай. Да, не видно, не видно еще ни хрена, темно, капец. Я не представляю, тебя, наверное, вообще, ты будешь просто... На! На! Блять, со всех сторон. Пока одного бил, другие загасили. Да ёпта. Встань, встань! Наска! 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 Мы победители! Так, кто хочет встать? Кья, кья, кья! Видишь, там один остался, все. Давай. Середина. На, шанс! Наска! На, прям хорошо! На, все, уже не встанет. На, добивай, козла, добивай! Правая кнопка мыши не рабочая. Давай, давай, мы победители. Должна музыка играть. We are the champions, my friend. Наска! Так, охранник, а ты что стоишь довольный, козел? Ну-ка. На. Наска! Ну-ка, давай-ка. Давай хотя бы картиночку сделаем на превью нормальную. Ну-ка, встань. Ну как-то, наверное, вот так вот. Вот так вот. Ну норм. Я думаю, на этом можно наш коротенький видосик как бы закончить, да. Ну вот как-то так. Что еще с ней? Что можно об этой игре сказать? Поиграл, зашел, побил морду, поиграл. Ну, захотел, вернул в стиме, захотел, оставил. Я, ну, да, наверное, не знаю, не буду возвращать. Ну, как-то так. Дичь есть дичь. Поддержи видос лайком, подписывайся на канал, на группу ВКонтакте, на мой Твиттер, Дискорд, Инстаграм, все ссылки в описании. Ссылка на инди-дичь будет также в описании. Я его, наверное, забью. Вспомню, где эта вся дичь была на канале и туда же тоже закину. Всё. Всем спасибо, всем пока.